Мы с вами сегодня собрались для того, чтобы обсудить ряд вопросов реализации государственной программы вооружений, выполнения наших обязательств, всех планов в сфере военно-технического сотрудничества. И прежде всего речь пойдет об ускорении работы по так называемому импортозамещению в оборонно-промышленном комплексе, о максимально широком переходе на отечественные материалы, комплектующие при производстве специальной техники и вооружения. Мы уже не раз поднимали эту важную тему, встречались с вами несколько раз на совещаниях, договорились, что создадим некую рабочую такую карту, по которой будем двигаться. Вопросы, которые мы обсуждаем, безусловно, ключевые вопросы военной, экономической безопасности России, нашей технологической и производственной независимости, технологического суверенитета. Наша задача – обезопасить себя от рисков невыполнения контрактов с нашими иностранными партнерами. В том числе речь идет о рисках политического характера. Необходимо обеспечить надежные и своевременные поставки необходимых узлов и компонентов, строго следить за их качеством. Но мы с вами, повторяю и говорили неоднократно, собирались уже много раз по этому вопросу. И для всех нас есть некоторые вещи, которые являются очевидными. Какие это вещи? Первое. Мы точно совершенно все можем сделать сами. Все абсолютно. И второе, не менее важное, это цена, а третье – качество. Вот нам нужно обеспечить, чтобы по ценам все было нормально, по качеству и, самое главное, по срокам, чтобы мы по так называемому графику вправо не сползали, неизвестно куда, при выполнении программы госвооружений. Вот о чем мы должны с вами сегодня договориться. Посмотреть как следует, каковы сроки изготовления тех или иных компонентов, сколько нам нужно денег и сколько нам нужно времени для того, чтобы развернуть соответствующее производство на наших производственных площадках и обеспечить всю эту работу финансирования. Вот, знаете, при всех сложностях, с которыми мы сталкиваемся, а пока, честно говоря, их так я особенно больших сложностей не вижу, но тем не менее, прежде всего я имею в виду сейчас технологические, вот эти сложности в конечном итоге должны пойти нам на пользу, потому что мы должны развернуть собственное производство там, где его пока не было. Тем более, что некоторые вещи, которые мы с вами получали и которые задействованы были в программе госвооружения, они, в общем-то, уже и старенькие, уже и технологии старые, и оборудование, на котором все это производится, старенькое. А мы можем и должны сделать на современной высокотехнологичной базе, так как это у нас получается, когда мы соответствующим образом организуем работу настойчиво и последовательно. И, конечно, деньгами ни в коем случае разбрасываться не нужно. Нужно все посчитать, сколько стоит. Вот давайте и начнем. Пожалуйста.